Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу, что нас ждет в следующем патче 1.4. Кстати говоря, тест, скорее всего, начнется в понедельник. Если это так и будет, то в понедельник с меня стрим на втором моем канале, ссылка в описании. Там мы и познакомимся с этим патчем более подробно и наглядно. Также вы вживую сможете узнать мое мнение про все изменения в этом патче. Итак, в этом патче ждет нас самое главное, наверное, это оптимизация. Поскольку в этом году очень часто будут включать линию фронта, также в игре еще есть генеральное сражение, где воюют 30 на 30, то лишней оптимизации никогда не будет. Также есть люди, которые еще играют на компьютерах, которые нарисованы на стене маркером, и для них эти изменения тоже будут кстати. Оптимизация будет достигнута благодаря тому, что добавлена поддержка многопоточного отображения всей графики игры, что увеличит производительность за счет более равномерной загрузки всех доступных ядер центрального процессора. Ну, понятно, что если у человека процессор не обладает большим количеством ядер, либо он какой-то старый, либо одноядерный, то он особо ничего не почувствует. Кстати, тут так и написано, что в основном самый большой прирост будет на новых современных компьютерах. Но это не значит, что на старых калькуляторах не будет никакой оптимизации. Это мы и проверим на тесте, постримим, посмотрим, как на моем компьютере будет эта оптимизация. Ну а в чатике вы сможете написать или в комментариях потом, либо ВКонтакте мне, как у вас производительность повысилась, насколько и какой у вас слабый компьютер, мощный, средний. Также еще в этом патче будет большая работа проведена с картами. Добавят новую карту «Затерянный город» с режимами «Штурм» и «Встречный бой». В командные бои тоже эта карта будет добавлена. Также на карте «Граница империи» отключен режим «Штурм». В этом патче, который сейчас есть на основных серваках, я отключил режим «Штурм» только потому, что на карте «Граница империи», которую недавно добавили в игру, тоже включили режим «Штурм». Честно говоря, более всратого штурма я не видел никогда. Разработчики тоже так подумали, да, что-то это перебор, такой всратости мы не делали никогда, надо планочку всратости понизить. Очень много переделано всяких исправлений на картах, очень большой тут список карт, посмотрим, что они там наисправляли. Также еще то, что я вам и говорил, люди рассказывали, что они на колесных танках будут куда-то там заезжать. Как я и говорил, невидимыми стенами картошка закроет все. И вы не заедете никуда. Посмотрим, насколько мои слова будут подтверждены. Но уже написано даже сейчас, что закрыты заезды в труднодоступные неиграбельные места на всех картах. Честно говоря, это можно было сделать в любой микропатч. Просто все карты по кругу невидимыми стенами обмазать и все. И никто никуда не залезет, все подсадки умрут. Но так ли это, посмотрим. Также, что немаловажно, переделали ЛБЗ во втором фронте на второй танк, который я сегодня успешно сделал и получил танк Химера. Кстати, Химеру тоже апнут, поскольку более всратого танка за ЛБЗ я не помню вообще. Ему апнут стабилизацию, апнут точность, сведение, обзор, скорость полета снаряда и пробитие. Ему апнут практически весь танк. Но, честно говоря, Химера отстой. Я сыграл один бой в топе, и меня развалили, просто первый встречный танк просто убил меня. Он не едет, не танкует, не, вообще ничего не может, косая пушка, обзора нет, просто какая-то фу. Надеюсь, его нормально так апнут, и я сыграю на нем второй бой, а может быть и нет. Следующее, также еще апнут объект 279 ранний, советский тяжелый танк за ЛБЗ. Наверное, самый желанный танк многими. Ему тоже апнут точность с 0.38 до 0.36. Стабилизацию при повороте башни на 25%. Сведение с 2.5 до 2.3. Усилено бронирование днища корпуса. Видимо, чтобы особо одаренные Type 5 Heavy не стреляли ему сильно много в днище урона. Ну и очень значимое изменение в следующем патче — это новая ветка колесных танков. Будет начинаться она на 5 уровне с ELC AMX BIS и продолжаться на 6 уровне Pinehart AMD 178B. И заканчиваться эта ветка будет на 10 уровне танком Pinehart EBR 105.
Как я понимаю, 105 это калибр пушки. Посмотрим, насколько эти колесные кастрюли убогие, а может быть они имбовые, и насколько они вообще в принципе нужны в рандоме. Потестируем это, посмотрим на тесте. Также там еще провели какую-то оптимизацию премагазина, мне вообще на это пихуй. Не знаю как вам, я в него вообще не захожу. Ну и последнее изменение. Добавлен новый тип элемента внешнего вида. Тактический номер. Трехзначные номера с возможностью ручного ввода и выбора шрифта. Ну, трехзначный понятно для чего, чтобы написать лох. В декалях уже написали лох, надо еще на номерах лох набить. Осталось еще членам экипажа татуировки добавить, тоже там лох написать. Тогда будет как раз. Пишите в комментариях, как вам эти изменения. Это по-любому еще не все изменения, которые будут в этом патче. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.